Добрый день, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в моей лаборатории в МГУ. Лаборатория называется нейрокомпьютерных интерфейсов. Вот я хочу 10 апреля в рамках лектория 2045 рассказать о том, насколько мы продвинулись в этой области, в той области, которая позволяет нам подключиться к мозгу, подключиться к тем процессам, которые идут внутри мозга. Я хотел сделать лекцию, ну и одновременно такую дискуссию, чтобы обсудить, а можно ли действительно подключиться настолько, чтобы прочитать мысли, или же мы можем только прочитать намерения. А если можем подключиться, то в какой степени мы можем считать ту информацию, которая находится в мозгу? Можем ли мы, может быть, вообще переписать эту информацию на диск, на жесткий носитель, чтобы содержимое мозга было у нас в компьютере? А, конечно, это дискуссионные вопросы, не на все из них я отвечаю положительно. Но на какие из них, вот мы посмотрим. Ну, в частности, еще интересно, если мы все-таки можем контактировать с мозгом, можем подключиться так, чтобы понять намерение человека, как это использовать на практике? Можем ли мы, например, в ситуации, когда отказывает тело, ну, пользоваться той информацией, которая остается в мозгу? Например, парализованный человек сможет управлять креслом-коляской, или вообще каким-то автомобильчиком, в котором может передвигаться. Вот на все эти вопросы мы попробуем получить ответы или вместе с вами подискутируем на этой самой лекции 10 апреля.